Даже для тех, кто не слушает джаз, Алексей Козлов – легенда. Еще в советское время к нему прилипло дурацкое прозвище «Козел на саксе». Другой бы обиделся, а Козлов сделал из этого свою фишку. Даже за козла никто не ответил. Происхождение фамилии узнал у нас на Украине. Оказывается, ругательное «кацап» – сокращение «как цап», «как козел». Да я привык к этому уже давно. Ну, кличка есть кличка. Это же помимо моей воли это родилось, и поэтому тут уже ничего не поделаешь. Ну, раз есть кликуха, значит, все в порядке. Она как бы жива еще, она форева или нет уже? Я даже не знаю, не могу сказать. Я не слежу за этим процессом вообще. Вышла моя книжка вот под таким же названием. Это настояло издательство. Говорит, это вот надо так назвать. Ну, я говорю, давайте. В 1935 году в московской интеллигентной семье родился мальчик. Папа доцент и мама учитель музыки пытались вырастить сына правильным и идейно надежным. Даже думать никто не посмел, что вырастет из сына создатель советского джаз-рока. С детства я был таким эгоистом и индивидуалистом. И впервые это почувствовал где-то, ну, вот как раз году в 45-м, наверное, меня сдали в пионерский лагерь. И когда шли там отрядом, и все пели какую-то песню, я не мог петь со всеми. И поэтому я брал барабан и шел впереди отряда, а все остальные пели эти песни. И вот в то же время, кстати, 45-й год, это до 47-го, была дружба с Америкой, и шли американские фильмы. «Серенада солнечной долины», «Судьба солдата в Америке». И меня это так поразило, вообще джаз американский. И я понял, что это вообще самое прекрасное в мире из того, что для меня может быть. Аккордеон был запрещен в Союзе как фашистский инструмент, саксофон как американский. И до середины 70-х научиться играть на этом инструменте было негде. Алексей Козлов саксофонистом стал случайно. В 57-м году он, студент архитектурного института, нашел в подвале старый довоенный немецкий саксофон. Сам на нем научился играть, через год уже джазовал на халтурах, танцах и студенческих подпольных вечеринках. И потом, когда уже в 47-м году началась антиамериканская такая пропаганда, родители, учителя в школе стали нас уверять, что джаз – это музыка толстых, вообще, что там сегодня он играет джаз, завтра родину продаст, а позже уже при Хрущеве даже нас стали называть идеологическими диверсантами, то я уже сделался не только таким фанатиком джаза, но и просто диссидентом, потому что я уже понял, что советская власть врет. Джаз – это прекрасно. Тем более, что приводили какие-то дурацкие примеры, а я-то знал настоящий джаз. Ну, вот так и сложилось. В 61-м году, после выступления на фестивале молодежи и студентов, открылось кафе «Молодежное». Единственный тогда в Советском Союзе джазовый клуб. Там, недолго, правда, играл коллектив, который сколотил Алексей Козлов. Саксофон – он не просто инструмент. Это становится он частью тела. Ну, это как голосовые связки, понимаете, которых мы не замечаем. И вот для меня это как часть моего организма просто. Поэтому у меня когда-то украли саксофон. Ну, это история известная. В кафе «Печора» там в 71-м году, тогда КГБ это организовало эту кражу, чтобы закрыть этот клуб этот. Вот. И это была потеря колоссальная, потому что я вложил в него столько энергии, и он был как часть тела. И потом я приобрел новый, и очень долго к нему привыкал. Эти чарующие звуки принадлежат саксофону дедушки советского джаза, народному артисту России Алексею Козлову. Так как он играет, не играет больше никто в мире. Every time we say goodbye, I wonder why I live. Why the gods above me who must be. Совсем недавно Алексей Козлов еще и запел. Относится к своему вокалу с долей здорового скептицизма, но говорит, что петь ему нравится. Вообще, Алексей Козлов никогда особой скромностью не отличался. Всегда называл себя пижоном и считает, что именно это качество дает возможность реализовать свой талант. Ведь только сумасшедший мог в стране меча и орала играть джаз. Я преподавал когда-то в Оклахоме, у меня были черные, чернокожие ученики.
которые были отморожены абсолютно. И я учил и говорил: ребята, мы черные, я говорю, играем вот так вот, с фанком, с драйвом. Он на меня смотрел, и не понял. Я говорю: да ты белый, я говорю, ты не черный. Вот мы играем фанк. И мы внутри черные. Это ошибка природы такой. Это вообще тип энергетики. Я лентяй. И я совершенно вот, ну, для меня какой-нибудь Юрий Башме там или там Спиваков, это такие вот усидчивые люди, которые добились, выучили там наизусть играть без нот, там сложнейшие партии. Меня не заставишь никогда учить то, что Башмет выходит и играет там наизусть сложнейшие ноты. Да я вообще, меня хоть под пистолетом, я этим не буду заниматься. Я выхожу и играю точно такую же какую-то музыку, но из головы. Совсем недавно исполнилось 30 лет со времени появления знаменитого Козловского «Арсенала». К этому событию была выпущена новая пластинка. Записали ее в московском клубе «Форте» вот на таком же живом концерте. Здесь все, что написал Алексей Семенович за последние годы. Харьковская публика знаменитому джазмену понравилась. Здесь всегда принимали его очень темпераментно. Праздник музыки и свободы подарила торговая марка «Хортица» – абсолютно якость. Это первая из целой серии вечеринок. Торговая марка «Хортица» обещает приглашать на них звезд первой величины. В очередной раз 68-летний Алексей Козлов доказал, что он и саксофон неразделимы. А вы, когда просмотрели этот эксклюзивный материал специально для 7-й студии, смогли в этом убедиться.